Лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккартни осудил во вторник своего коллегу-республиканку Мэрджори Тейлор Грин за неоднократное сравнение протоколов ношения масок против COVID-19 с Холокостом. Это был редкий внутрипартийный упрек со стороны Маккартни, который не решался до этого критиковать союзников президента Дональда Трампа. В заявлении Маккартни написано, что Марджори ошибается, и ее намеренное решение сравнивать ужасы Холокоста с ношением масок само по себе ужасно. Холокост – величайшее злодеяние, совершенное в истории. Лидер республиканцев не предлагал никаких дисциплинарных мер. Его заявление последовало за утренней тирадой во вторник в Твиттере Грин, когда она прокомментировала статью о продуктовом магазине, выявляющем своих вакцинированных сотрудников. Вакцинированные сотрудники получают логотип вакцинации, точно так же, как нацисты заставляли евреев носить золотую звезду. Мэрджори атакуют со всех сторон леваки, а под их давлением старые демократы. Но то, что она столкнется с атаками внутри республиканской партии, такого сложно было все представить. После заявления Маккартни она написала в Твиттере: «Ох, мне жаль, что некоторые из моих слов вызывают у людей дискомфорт». Левые анархисты, захватившие власть и разрушившие демократическую партию, все чаще перетаскивают в свою сторону голоса и республиканской партии. После предательства 35 республиканцев сейчас самое время задуматься о том, чтобы реформировать республиканскую партию накануне таких важных выборов в 2022 и 2024 годах. That were killed, like David Dorn. This past summer, many